зачем вы деретесь? Для чего у нас такие две бутов? Потому что там будет мокро и надо будет ботинки менять. А куда вы едете? Хоть знаете, куда вы едете? Интересно, грибы там есть? Обязательно? Я же видел медного жига, понятно, что я пошел на изобретен жига. А где ты видел? Ну, я видел. Дома? Ну, я на точнейшем разе был. А, ты в прошлый раз когда был? Да там видел медного жига. Подождите, нам всегда налево. Ну. А это столько детей? Угу. Интересно. И что, ребята, все, идем? Возьми кош. Ты возьми. Почему я? Ты возьми. Ну ладно, я возьму. Все, хорошо. Все, идем? Не, мы так и малой мамы раз, а там еще дуже кошу мамы. А, ну, атлас. Я иду туда. Ну, пошли сюда. Нет, это не до едзения. Эй! Хова, смотри, собака побежала. Ты видел песика? Ну так мы ищем. Подожди, давай походим здесь. Вот этот съедобный. Вот смотри здесь. О! Видишь? Мама ее съедного! Все правильно. Мы... Подождите, давайте посмотрим, или это. Это нет, это несъедобное. Нет, это не блядь. Фу. Ну, ходите сюда. Приедем. Да, очень тепло. И что, ребята? Какой? Нет, так он раздавлен, видишь, что есть. Да. Короче, у нас челлендж. Мы ищем грибы. Народу много приехало. Что-то из садика люди приехали. Которые в садике. Ну, Леон куда ходит? С Кубой. И получается у нас конкуренция, кто больше грибов наберет. Поэтому мы ходим тихо. Никому ничего не рассказываем. Не говорим, что что-то находим. Как там так? Да, покажи вниз. Да, да, он съедобный. Бери его. Покажи, сколько грибов набрали уже. Вот. Классно, а? Идем дальше? Да. Пойдем дальше? Что там есть? О, да, 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 собирай это. Собирай, вот это надо собрать. Подожди, они маленькие, но мы наберем их. Все, идем дальше. Молодец, ты нашел. Мы лисички нашли. Это не хорошие грибы. Нет, это не хороший гриб. Еден. Да. Это добрый? Нет, его несъедобного. Его не берут. Вот, наша цель выиграть. Потому что, о, смотри, вот здесь этот съедобный. Можешь этот взять, вот. Ты говоришь. Почему я? Ну, я не люблю. О, смотри, какой он съеденный кем-то. Ну ладно, мы скорее положим его сюда. Вынимай его. Ну, вынимай ножку тоже. Ну. Ложи в кошек. Классно, мы столько грибов набрали. Да. Мы больше всего набрали. Мы набрали лисичек, маховики набрали, масляки и набрали польские. Это польские такие боровики называются, как их? Да. У нас классно. Куба, да. Ты грибы любишь собирать? Любишь? Да. Потому что мы сильно не сильно поняли, или ты любишь грибы собирать, или нет.
What's up? Cześć. Nie bój się. Trzy. No właśnie, nie przesadzaj, co? No dobra. Nie, no tak jak tam każdy napisał, tak, no właśnie. Klasne. No. Wizję? Wizję. Niska, chodź, weź stał. No tak. Tak. А все, уже не будете есть? Нет. Точно нет? Сколько грибов? 1, 2, 3, 4. У нас 4 гриба уже. Смотри, лисички нашли. Очень. О, куртки с ДБС. Чихобонч. Их сами же вызову. Но мы нашли лисички. Все. Короче, грибов немереное количество, белых грибов мало, хотя люди вот здесь были, срезали что-то. Сейчас сбегаю. Гони! Повали, повали! Смотрите, какой гриб. Подожди. Почекай, Лео. Могу. Але почекайся. Не, почекай. Не. Почекай, но. Чекай, мать. О! Покажи ленце, Лео, покажи ленце, як вигляда. У нас столько грибов, что мы сейчас фуру закажем. Вот, обратите внимание, смотрите, здесь гриб, здесь вот грибы. О, смотрите, о, вот, этих грибов здесь просто немереное количество. Здесь тысячи, десятки тысяч. Sorry. Смотрите, видел, сколько мы грибов набрали вчера? Мы даже их почистили. Вот, смотрите. Это столько мы находились. А там, по идее, намного их было больше, потому что это уже почищено. Мы домой приедем, сварим и что-нибудь с ними сделаем. Куда мы идем? Что ты делаешь за фотографии? Смотри, какой туман. Ты видишь? Но. Вот так, сейчас мы покушаем и поедем обратно. Потому что как бы здесь можно еще остаться дольше, целый день ходить собирать грибы, но просто мы уже не понимаем, что с ними этими грибами делать. Что грибов реально очень много, как бы, ну и набрали мы уже вполне достаточно себе. Теперь идем сюда. Не знаю, сейчас высыпем это прямо туда. Так, получается так, что процедить, когда они сварились, после полчаса, их надо промыть, процедить, и теперь еще на 15 минут, буквально, чтобы вот туда соль, перец и лавровый лист, и тогда уже приготовим грибы, чтобы потом можно что-то с ними делать уже. Немного лука, грибы на масле, обжариваем, соль, перец. Сейчас картофель варится.